знаете, от чего черпает человек счастье? От красоты. От созерцания красоты природы. Сегодня же open air у нас, вот, да. И от слушания музыки одновременно. Вот. Это лучшее сочетание. Звучит на открытом воздухе, она звучит по-другому, она воспринимается по-другому. Здесь даже, неважно, какая погода на улице стоит, вот сейчас вот солнце, только что был дождь, действительно, под каждую, там, труба звучит по-разному, вот, при разной погоде. Это действительно открытые площадки. Well, it's the first time for me, so... Я здесь впервые и очень доволен, что приехал. Я поражен тем, что я вижу и где нахожусь. Это прекрасное место. Здесь очень-очень классно. I thought, oh my God, where are we getting? And, Великолепно все. Даже нынче погода не подвела, но все равно здорово. И приобщает своих друзей. Мы тоже в этом году. Все больше и больше с нами народу ходит. С удовольствием. Чудо. Некоторые ансамбли прекрасные. Группы. Прекрасные. Ну, некоторые слабенькие. Там в красных штанах выступал, но не понравилось откровенно. Я считаю, что это для нашего города это очень серьезное открытие, то есть это двери в будущее эвер-джаза, то есть вот это, то есть, да, то есть, даже погода и то, видите, то есть она там дождь полил, да, и сейчас успокоился, он понимает, что не надо мешать. Thank you.